Миша, а тут тест, какая актриса тебе больше всего нравится? Первый вопрос. Катя, не надо. Я же знаю же твои тесты. Ну, сейчас опять я скажу, например, что мне нравится Анджелина Джоли. Ты обидишься, мы с тобой поругаемся. Ну, зачем? Давай не будем. А почему тебе все-таки Анджелина Джоли нравится? Да, привет. Привет. Ты приехала? Ничего себе. Прикольно. Что, на недельку у нас пожить? Да, я думаю, можно. Катя не сильно против будет. Давай, хорошо, я с ней сейчас поговорю быстренько, я тебе перезвоню, хорошо? Мы сейчас решим. Я против. Давай. Чего ты ругаешься? Какая неделя? Какая Света? Это что еще за подруга у тебя появилась? Света подруга моя из Питера, она гимнастикой занимается. А, еще и гимнастка. Ноги отлично поднимает. Да блин, что такого? Приедет на недельку. Да, неделю. Еще у нас на кровати будет спать. Че, мы с тобой на диване не поспим, что ли? Реально собрался ее на кровати у нас положить? Что зашлась-то? Я же пошутил, это правда. Я тебе поцелую мою девушку. Ну что в этот раз надо найти? Тебе надо найти домкрат заднего левого колеса, Катя. Если ты его найдешь, я куплю тебе резиновый пистолет. Какой домкрат заднего левого колеса? Ты что, ты вообще не знаешь? Любая девушка знает. Что знает-то? Что домкрат — это та херня, которая машину поднимает. Заднего левого колеса. Угу. Тебя резиновое. Катя, а что такое развал? Если угадаю, летим на Мальдивы. Я думаю, что это если, когда мы едем, какое-то нисхождение, это фигнюшку уравнивает. Это фигня. Ну, типа, как дифференциал примерно действует, нет? Опять не летим на Мальдивы. Развал — это когда колеса стоят не вертикально, и у них есть настройка подвески. То есть, и можно поставить прямо, можно под уклоном. Вот это уклон колеса относительно оси автомобиля, кузова там. Если я найду в той машине двигатель, то с тебя сваренная колбаска. Я думаю, что он вот тут. Вот тут? Или сзади. А как ты думаешь? Сзади. Или спереди все-таки? Посмотри получше. Может, спереди. А как она спереди откроется? Покажи окончательное решение свое, скажи. Сзади. Ну, пойдем смотреть. Ну, для начала просто вверх крышку. Угу. Она не жму меня. Теперь бампер откидывай. Да, давай. Ну, сильнее, не бойся. Да не бойся. Не упадет. И вот двигатель. Сваренная колбаска. Если ты найдешь бачок антифриза выжимного подшипника руля, с тобой пойдем в ресторан сегодня вечером. Смотри, это бачок антифриза. Ну, это тебе подсказка, да. Это он? Нет. Это тормозная жидкость. Это... А там нарисовано, что это? Капельки. Это не женская штука, капельки. Ну что, будут еще варианты? Не идем, да, в ресторан сегодня? Подожди, это аккумулятор, это воздуха штука, это электродвигатель. Двигатель, там у нас термохерня. Вот тут какой-то бачок есть, это он. Ну, это бачок антифриза, да, но это не тот бачок. Да, Миша! Тебя подшипники обманули, тебя подписчики обманули, Кать. Такого нет. Типа, когда она меня заметит? Ну, Катя, да куда ты пошла? Привет. Что это такое? Чья это помада? Ты с кем-то еще без меня ездил? Чья это помада? Че ты мне ее сюда подположил? Все, мы расстаемся с тобой. Да, Катя, это твоя помада, я из дома тебе взял. Да а что тогда молчишь? Да, конечно, приду, хорошо. Ну все, счастливо. И куда ты там собрался? Так меня на корпоратив позвали. Ага, чтобы я тебя опять из тазика оливье выковыривала. Блин, ладно, Катя, это когда это было? На стриптиз-клуб в этом году. А, еще лучше. Да. То есть ты в чьих-то трусиках опять придешь? Да нет, ты что, там можно выиграть денежный приз. Ну, знаю твой денежный приз. Опять отберешь посох у Деда Мороза и будешь мне всю ночь доставать. Опять не иду. Нет.